Алло, девушка. Девушка, это Смольный? Будьте добры. Льва Давыдовича. Кто говорит? Это я скажу только Льву Давыдовичу. Срочно, пожалуйста. Да-да. Я вас слышу. Товарищ Троцкий, послушайте. Лев Давыдович, с вами говорит гость из будущего. Я вам хочу кое-что сказать по секрету, так сказать. Дело в том, что мне уже кое-что известно о вашей дальнейшей судьбе. Видите ли, она будет весьма трагичной. Ваша власть вас оторнет, вам придется бежать. Куба прошибет голову ледорубом вам. В Мексике это будет. Так что вы можете принять меры. Я вас предупредил. А, вы хотите с Вовой посоветоваться? Ну что ж, Владимир Ильич вроде должен умереть своей смертью. Ну, якобы. Ну что ж, я вас предупредил, давайте. Что будет со страной, которую вы загнали в такую тупизну? А мы расхлебываемся, да, мы, конечно. Ну ладно, всего доброго. Мне некогда. Я занимаюсь своими делами. Я же живу в будущем. В 21 веке. Да, да, 21. Ну, всего доброго. Пока. А что толку? Все равно убьют.